Настоящая легенда блюза и рока Чак Берри начал свой путь еще в начале 50-х. Через полвека журнал Rolling Stone поставит мистера Берри на 4-ю строчку в списке 50 величайших исполнителей всех времен. А еще в 84-м году музыкант получил Грэмми за прижизненные достижения. Long live rock'n'roll! Именно Чак Берри в свое время принес в рок-н-ролл свою знаменитую утиную походку. Когда я был маленьким и к нам приходили гости, я часто любил залезать на стол. И однажды я вдруг сделал это движение. Мне понравилось, и я решил его повторять. При жизни музыканта сами Beatles и Rolling Stones выражали уважение Чаку Берри. Свою значимость музыкант не утратил и десятилетиями спустя. Он отец рок-н-ролла. Никто никогда не сможет его заменить, он единственный. He's the one and only. Однажды я сидел в его гримерке перед концертом и увидел классную гитару. И я захотел, знаете, ну просто взять посмотреть. И тут Чак заходит в комнату и со словами «Никто не может брать мои гитары» ударяет меня в лицо. Nobody touches my guitar. Bang! Музыкант не дожил совсем немного до выхода своего первого за 40 лет нового альбома. Чак Берри скончался 17 марта в возрасте 90 лет. Выход теперь уже посмертной пластинки с простым названием «Чак» состоится в июне этого года.